Более 40 человек личного состава и 15 единиц техники было привлечено для тушения пожара в Бежецком районе Тверской области. Огонь вспыхнул в населенном пункте Людкино. Пламенем оказался объят целый жилой дом. Сложные погодные условия, а именно сильный ветер, стали причиной того, что пожар с жилого дома перекинулся на соседние постройки. В общей сложности огнеборцы тушили 8 объектов. В деревне расположено 12 жилых домов, в которых проживает 15 человек. Как отмечает в МЧС России, погибших и пострадавших нет. Несмотря на сложные погодные условия, удалось не допустить распространения огня. Был объявлен повышенный номер вызова, номер 2. В связи с тем, что сильный ветер, огонь распространился на соседние постройки. Всего огнем было охвачено 1 жилой дом и 7 дачных построек.